мужской и самый резкий вопрос. Если бы вас пригласили на казнь Сталина и предложили стрелять, вы бы сделали это? В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного всем нам оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. А это вы можете описать? И я сказала, могу. Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелый солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалы шли. Там встречались мертвых без дыханий, солнце ниже и Нева туманней, а надежда все поет вдали. Приговор, и сразу слезы хлынут. Ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут. Но идет, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге, что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный свой привет. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На губах твоих холод иконки, смертный пот на челе. Не забыть, буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выйти. И последнее так и называется — «Защитники Сталина». Собственно говоря, единственное адресное стихотворение. Это те, кто кричали так. Давайте со звуком разберемся. Все в порядке? Анна Андреевна, я поняла. Я делаю паузу. Сейчас поняла. В порядке со звуком? Защитники Сталина. Это те, что кричали «Варавву! Отпусти нам для праздника!» Те, что велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте. Им бы этот же вылить напиток в их невинно клевещущий рот, этим милым любителям пыток, знатокам в производстве сирот. Вы знаете, мне кажется, что она не стреляет в палача, но она оплакивает их жертвы, а их миллионы. Вопрос номер 10. Если бы вам предложили уехать из страны, вы бы уехали? Вы знаете, интересно, как эмиграция
в России, да, больше 100 лет происходит по разным причинам. И 20-й, и 21 век. А вот совета спрашивают у Ахматовой. 17-й год. Петербург. Революция. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был, он звал утешно. Он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы ты речи недостойней не осквернился скорбный дух.